Станислав Александрович, вот для вас все равно это первый такой медийный выход, когда вот столько камер. Не могли бы вы нам немного о себе рассказать? То есть, грубо говоря, короткую биографию, как пришли в медицину, какие планы у вас, и в Народный фронт вы вступили экспертом, стали несколько, для нас это новость. Вот коротко о себе, если позволите. Ну, я прибыл в Свердловскую область 3 года назад. Прибыл, выйдя на пенсию в вооруженных силах Российской Федерации. До этого 11 лет служил в Чеченской Республике, сперва врачом-хирургом, начальником отделения, начальником военно-врачебной комиссии, уволился подполковником медицинской службы. Прибыл сюда по приглашению Министерства здравоохранения с рекомендательным письмом министра здравоохранения Чеченской Республики, в котором мы также очень много работали по организации здравоохранения. Мне было предложено место главного врача Березовской ЦГБ. Мы знаем, что вы одноклассник Алексея Валерьевича Пьянкова. Можете как-то охарактеризовать ваши отношения? Хорошо. Вы ездили в составе делегации в Сеул. Вот, насколько мне рассказывали, то есть вы общались там с представителем тамошнего здравоохранения. Можете об этом рассказать, об этой поездке? О поездке в Южную Корею могу сказать, что мы посетили несколько госпиталей Южной Кореи, проговаривали вопросы взаимодействия и обучения удаленным доступом наших сотрудников. А как вы в делегацию попали? То есть просто непривычно, когда врач районной больницы попадает в такую представительную делегацию. То есть вас кто-то порекомендовал туда? Попал туда по рекомендации Министерства здравоохранения. Минздрав. Потому что мне говорила бабушкина Людмила Валентиновна, что вас лично губернатор, я сказал, что этот человек нам там Министерство нужен. Министерство здравоохранения меня направило в командировку. Но также я являюсь активным членом Национального автономного общества корейцев. А, то есть, еще как представитель корейской диаспоры, да. Соответственно. И еще короткий вопросик, про бизнес вашей супруги, крепкие напитки, помните? Он все-таки в итоге был закрыт, а там собиралась верхушка МУГИСО, почему закрыли-то? Без комментариев. Не, вы там были, ваша супруга была. Нет, серьезно, почему? Без комментариев. Ладно, спасибо.